Вот, как видите, процедила мазь. Мазь еще очень горячая, теплая. Это получается по 70 миллилитров. Я не нашла другие. Короче, баночки. Получается, вот такие приобрела. По 70 миллилитров мазь. Она очень-очень такая тяжелая, ароматная. Жаль, что я не могу передать запах вам. Но вот зимой она очень будет полезной для холодного времени. Прям как бальзам на душу. Друзья, здравствуйте, приветствую всех. Меня зовут Мария. Видите, я только что перевернула. Мне настаивались почки тополя на масле из коры осины. И это будет, получается, тополино-осиновая мазь, которая достаточно мощная при болях в суставах, при разных воспалениях кожи, при вообще такой рябой кожи, скажем так. Это масло немного сушит кожу лица, но она именно эффект этого масла проявляется в том, что это не сухость, как бы, она подтягивает кожу лица и разглаживает морщины. Также всякие вот цыпки на руках, там язвочки на руках, пятки такие, знаете, которые с раночками, с какими-то, ну, вот тоже хорошо заживляет пятки ног. Очень сильна, могу сказать, с применением еще живицы и некоторого сбора трав при грибковых заболеваниях ногтей и вообще, ну, на теле, когда грибки там, независимо где, да, тоже раз за разом хорошо она это стимулирует распад грибковых поражений ногтя. Вот. Ну, если вам нужна такая мазь, можете заказывать. Я ее сейчас делаю, процежу, запишу, как я это сделаю и какая она получится. И еще можете записаться на консультацию, если у вас есть личные вопросы, какие-то нерешенные проблемы, потому что я специалист не только по травам. Я очень долго уже занимаюсь психологией и гипнотерапией, регрессом. Ну и чтобы не быть незаурядной, скажем так, ведьмой, у меня есть образование. Так что если у вас какие-то есть вопросы, я провожу консультации также на карты Таро и рунические расклады. Делаю защиты и занимаюсь отливками воска. Так что пишите, если вас что интересует, и подпишитесь на мой телеграм-канал. У нас, я открыла там новое сообщество, у нас есть живой чат, где люди могут общаться, задавать любые вопросы. По средам у меня, или у нас, день вопросов и ответов. И, в принципе, я разбираю имена, что означает то или иное имя и так далее. Много чего есть в Телеграме, чего нет на YouTube-канале. Вот я приготовила 3 слоя марли. Дуршлаг очень мелкий. Там уже на дне есть масло. Я начала процеживать, но решила записать. И чистые баночки. Смотрите, процедила. Вот прям до капелюшечки все вылила. Запах стоит, вот, честное слово, на всю кухню. Такой невероятно ароматный. Для меня эта мазь просто как вот парфюм. Я делаю чистую мазь из тополиных почек только, а это мазь на основе, на масле из коры осины. Ну и запах стоит просто вот сногсшибательный, честное слово.